мы по технике не отставали. Мы должны были забить, и мы выполнили эту точку, которую нам тренер задал. Финская команда вообще сложный соперник? Да. Почему? Все на турнире сложные, они хорошо бросают, бегают нормально. Какой был сегодня самый такой напряженный момент в игре, на ваш взгляд? Когда мы выходили 2 в 1, мы не смогли забросить там, на щитком просто не было времени. Егор, впереди у Спартака игра с ЦСКА, вообще что можно ждать от команды, на ваш взгляд? Победы. Соревноваться надо с ними, побеждать.